дорогие друзья. С борта Международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе, и тех, кому еще предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй. Не раз и не два в истории России наши вооруженные силы, наша армия и военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом. Февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья. Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо, здоровья, счастья и уверенности в будущем. Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Куцюшков.